Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Доброго эстонского утра вам всем. Тере-тере, мину каллит, мину армсет. Знаете, что самое хорошее, когда просыпаешься на следующий день после дня рождения? У тебя не болит голова, потому что мы пили воду. И как вот это вот хорошо, ничего не болит, и я уже бодренькая, хотя сейчас еще достаточно рано. Я уже сходила в душ, я уже нюхаю и любуюсь цветами. Из-за того, что ролики про день рождения, ну, они немножечко как бы, да, я не могу вам все запихать, показать в один ролик. Я, конечно, могу все пообрезать, но это будет неинтересно, половину, значит, не покажу, правильно? А если показывать все, видео получается очень длинное, очень долгое. Но по часу-полтора видео это вы будете сидеть и смотреть, вам, наверное, тоже это, ну, тяжело, скучно, неинтересно. Поскольку эти видео я бью на несколько частей, они не могут выйти все в один день, это тоже некогда и некому столько монтировать. Вот, и поэтому я к чему все так долго, что поздравляю вас всех уже с 1 сентября, потому что я знаю, когда выйдет этот ролик, уже будет 1 сентября, а я все еще про день рождения, в общем, как бы, ну, они чуть-чуть запаздывают, да, в сообществе я могу выставлять фотографии побыстрее, как сказать, в онлайн-режиме, да, практически вот как это все происходит во времени, в реале. Вот, а видео, ну, чуть-чуть отстают. То есть я вас всех, и нас, и вас, всех причастных 1 сентября, всех вас с Новым годом, учебным годом. Всем нам и вам терпения. Все, надеюсь, запаслись валерьяночкой перед учебным годом. Ручки, тетрадки и валерьянка. Ремень еще можно. В общем, значит, с этим я вас поздравила. А теперь... Сантики цветы, да? Я проснулась сегодня в таких букетах. Красота. И сейчас я покажу вам немножечко подробнее этот вот обзор подарков. А то вчера я как-то, я не знаю... А вдруг кто-то не понял? Вдруг кто-то не увидел, проспал или прокрутил, или еще что-нибудь. В общем, теперь как это сказать по-эстонски? Кокувытте. То есть, ну, такое итоговое, что подарили. Цветы, все такое. А потом мы пойдем с вами жарить оладьи. Все, праздники закончились. Теперь у нас про зайки, про зайку. Вот, и мы будем с вами жарить оладушки, готовиться к школе. Это я вас поздравила, а на самом деле еще мы только готовимся. Ну, в общем, вы поняли, да, что видео чуть-чуть запаздывает, ну, естественно. Вот, готовимся мы к школе, жарим оладьи. А почему оладьи? Потому что мне надо утилизировать старый мужнин кефир. И надо еще разобраться у Кристины в комнате, вот. Столько у нас с вами дел. А сейчас обзор подарков. Я восхищена, конечно, цветами. Какие розы! Сиренево-сине-розовые. Невероятно! Это просто невероятно! Как это красиво! Ой, какая прелесть! Букет. Букет роз. Вот этот букет тоже какой красивый, правда? Весь красный. И желтые герберы. Очень красиво. И каланхой. Теперь у меня еще один домашний питомец. Цветочек. Ну и сразу тут же первый подарок. Это ваза хрустальная. Хрустальная ваза. Как мне не хватало еще одной хрустальной вазы. Я вчера рассказывала о том, что одна у меня почему-то треснула. Мне очень не хватало. Вот для гербер, для тюльпанов. Вот очень красивая. Смотрите, какая хрустальная ваза. Так. Обзор подарков. Так, ну, в общем и в целом, как бы, вот здесь все находится у меня. Значит, здесь донат. Донат – это пожертвование блогеру. Денежное вознаграждение. Это я вам перевожу для тех, кто не знает, что такое донат. В общем, здесь мне подарили деньги. Хорошую сумму. Samsung Galaxy Watch 5. Муж сказал, что они последние. Вот совсем последний. Я говорю, на складе последний. Шутим. Это последняя модель Galaxy Watch 5.
такие, ну, как келлат, как бы, ну, умные часы, или я не знаю, в них столько функций. Но считайте, что это компьютер у вас на руке. Компьютер на руке, потому что у меня куплен телефон Galaxy S22 Ultra. Кто смотрит меня, знает, кто не знает, вот говорю. Самый топовый последний телефон для того, чтобы снимать вам хорошее качественное видео. Вот сейчас съемка идет с Galaxy S22 Ultra. И к нему вот такие аксессуары, грубо говоря. Galaxy Watch 5 и наушники. Потому что когда я монтирую свои видео, мне тоже нужно вот наушники, чтобы это не слушал весь дом, как я тут болтаю на весь дом. Муж говорит, что и меня слышно с каждого утюга. Вот, это беспроводные наушники. Ну, все там такие, музыку слушать, музыку нет. Я не музыку слушаю, я себя слушаю. Монтирую с них. Ну и вообще, знаете, хорошо так вот вставить, слушать какую-нибудь книгу, допустим, даже. Ну, музыку можно. Вот, часы, наушники. Все, последний писк. Коробка трюфелей. Боже, какие это трюфельные конфеты. Это просто потрясающие конфеты. Комплект духов, которые маленькие, в сумочку всегда кладутся с собой, покрупнее. И крем для тела Giorgio Armani. Такой вот комплект. И здесь косметичка, сумочка, еще одни маленькие духи. Тоже от Armani. Armani, как правильно. Еще один букет. Я его сознательно прям поставила в ряд с подарком, потому что мне очень понравилось вот это вот, как корзиночка. А мама сказала, что потом это как магнитик, он может встать прямо на холодильник, когда вот этот... Это получается прям целый оазис, как бы, да, такая вот корзина. Корзина и здесь вот этот вот магнитик. Очень мне понравился магнитик. Вот так что цветов у нас с вами много. Подарки я показала вам здесь. И, конечно, подарок, который меня шокировал. Сандра с Лёшей закатили мне. Смотрите, как оформлено-то здорово. Компьютерный стол для того, чтобы я монтировала свои видео. Я вчера уже жаловалась. Я люблю жаловаться. О том, что мне негде сидеть. Что я сижу на кухне, монтирую все это. Или вот здесь вот в кресле, куда-то там наполовину на пианино этот компьютер, то на коленках. Хотела все сидеть вот на диване, вот так вот. И чтобы передо мной был вот так вот компьютер. А еще желательно, чтобы передо мной была бы мышка. Вы представляете, насколько это удобно? То есть он тут поднимается по высоте, крутится, он на колесиках. Здесь целое дело. На 360 градусов он куда хочешь, туда-сюда. Угол вот этот вот. Всего, чего хотите. Представляете, как это удобно? Вот я сейчас сижу на диване, и вот это вот здесь можно все вот это монтировать, сидеть. И... Надо примериться. Примериться к этому вот самому столику. Мне жалко этот бант снимать. Я вот так. А что? Вот, и теперь мы с вами примерим, как этот компьютер со столиком все такое. Так. Ой, господи, хорошо-то как. Какой пыльный-то. Идеально, все зашло, подошло. Он никуда не скатится, потому что здесь стопер. Вот это вот нагнули, как вам надо. Подтянули, мышку положили, и не нужно даже вот этот вот не кресло здесь ничего, и сидите и работаете. К себе можно поближе его. Ой, как удобно, как удобно, это невероятно, идеально просто, это просто идеально. Это вот огромное спасибо за такие подарки, за такое внимание. Я очень довольна. Это вот абсолютно все вещи, о которых я прям мечтала. Вот все, что нужно. Все, что нужно, все подарили. Прекрасно. Всем огромное спасибо. Вчера не показала вам ни одного торта. Мы их купили два. Один... Не помню, этот кажется соленой карамелью, а тот ирис, с ирисом, что ли. Ну, в общем,
как бы это все так разлетается, что я не успеваю некоторые вещи даже заснять. Все это от Пака, Эсти Пакар. Как его? Кондитерская Эсти Пакар. Ну, вроде вкусно. Я еще не пробовала, не знаю. А вчерашний вот один, который был с ирисом, вкусный. Ну, попробуем этот. Вкусный, знаете, уже нарезанный дольками. Это соленый карамель. Он был 8 с чем-то евро. У нас все цены в евро. Из Эстонии мы вообще. Вот, а тот с ирисом был вообще, по-моему, 5 евро. Муж говорит, давай 2 торта. Кристина, ура, 2 торта. Ни одного не стало мгновенно за столом. Вот второй дожил до сегодняшнего дня. Вкусный. Он не приторный, не сладкий. С соленой карамелью. Кристинина комната сегодня. Разбираемся капитально. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Я должна еще оставить полностью подготовленный костюм, потому что Кристина без меня будет выступать. Я все надеюсь смыться. Все надеюсь уехать. Не знаю, получится или нет. Вроде бы машину отдадут из сервиса. Там ничего страшного у меня все-таки нет. Там все хорошо. Так, ну а мы продолжаем здесь организация, порядок на письменном столе. Новые ручки в пеналы. А, пенал расчехлила Кристина. Смотрите, какой интересный пенал. Так, всякие тетрадки, все. В общем, у нас расхламление, так скажем. Мамочка моя, у меня сейчас инфаркт будет. Боже, это мой ящик вынули из-под... Боже милостивый, что тут творится? Спасите, помогите! Ну, вроде процесс идет здесь получше. Стало лучше. Теперь еще стол вымоет Кристина, в общем. Все. Более-менее. Так, более-менее все разобрали. Муж пришел. Опять с букетом. Это мне? Это тебе? Продолжение? Нет, если ты учительница, то тебе. Нет, я не учительница. Хотя я могу всех научить жизни. Это, наверное, как будто... Это уже на 1 сентября это букет. Детям. О, это, детям мороженое. Наоборот, детям цветы, жене мороженое. Ясно. То есть на 1 сентября уже куплен букет. А мне нравится, красивый. Кто-то упал или что-то упало. Да маркиз свалился. Так, а мы продолжаем. Молодец, Вась. Уже делаю оладушки. Кристина попросила, у нас с вами был литр просроченного кефира в холодильнике. Муж постарался. В общем, ну, делала я этот рецепт. Ну да, вы правильно говорите о том, что подписчики всегда растут, и надо все время повторять. Повторяю. Ой, я могу в попугая играть. В общем, пол-литра кефира. Комнатная температура должен быть теплый. Одно-два яйца, а тоже тепленьких. Вообще-то одно, но что-то я два положила. 350 грамм муки, пол чайной ложки соды, 1,5 столовые ложки сахара. Замесить густо, вот так перемешать и оставить на 30 минут. И когда через 30 минут придете, не перемешивать. Вот из-за этого будет пышная оладья. Вот. Посуду мою. Часть, знаете, чему я радуюсь больше всего после дня рождения? Посудомойки. Хрусталь не поставишь, но там много чего можно вымыть. Так что машинку запустила, а это вот все вручную сейчас еще разгребаю, в общем. Оладьи пекутся. Смотрите, какие они толстенькие. Котов балую паштетом. И одного, и второго, в общем. Пока муж не видит, скажет, почему скармливаешь паштет по котам? Я не скармливаю, я угощаю. Кошачья еда, паштет лучше. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Не подписались еще на канал? И лайк не поставили? Исправляйтесь. На колокольчик нажмите, тогда не пропустите наше видео. А, что бы я говорила? Сценарий.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем светлого, доброго, хорошего. До следующего видео. До завтра. Пока-пока.